Всем привет, здрасте! Очередной новый старый отель на очереди. Сейчас он называется Сала Симри. Находится в самом центре. Раньше с этим отелем работали. Пойдем поглядим, что из него сделали сейчас. Вон там даже двери открывают. Красота какая. Агунтериан. Вот это у нас лобби. Заходишь сразу прохладненько. Клево, кондейка местный работает. А, вон он стоит. Что, чистенько, не воняет, все нормально. Так, это у нас тут лобби и заселяшки. Это, скорее всего, после мерзкого Нового года осталось. Вот, как я уже говорил, новые серии растягивать не буду. Все буду делать максимально коротко, по делу. Поэтому не будем, как говорится, тянуть кота там за что-нибудь. Поехали. Это у нас бассейн небольшой. Зеленушки, может быть, чуть-чуть не хватает, но в целом ничего. Тут у них спа, салон и вон там, я вижу, пара тренажеров, велобег, беговел и еще чего-то. Пойдем дальше в номера. Это, как видите, кафешка при отеле. Время завтраков уже прошло, поэтому тут сейчас ничего нет и никого нет, кроме пацана. Первая категория Deluxe Pool View. Я имею в виду первое, что она у нас на пути встречается. Небольшой номер, я думаю, метров 30 от силы. Так, тут у нас какая-то приставочка с телевизором. Лампочки, фонарики. Почему Pool View? Проверим, не обманули ли. Вон басик. Ага, вот. С басиком. Сейчас жарко, поэтому они все закрываются. Так. Пойдем посмотрим, что в шкафчиках. Тут, я так понимаю, холодильник. Да. Это ванная. Заглянем. С душевой кабинкой. А здесь не два унитаза, второй там чисто отражается, если что. Так, и давай поглядим, что у нас с сейфом. Сейф, сейф. Это самое важное. О, стоит. И халатик там я заприметил. Все, пока это был номер Deluxe Pool. Так, это вторая категория Deluxe City View. Ну, начали мы, так сказать, сразу с туалета. Посмотрели, что он из себя представляет. Тут чулки всякие. City View. Фонарики горят, две кроватки. City View. Вид, кстати говоря, абсолютно не ужасный. Сразу говорю, мне уже в глаза кинулся. Ничего страшного тут нет, все красиво. Вечером все светиться будет, наверное. Здание напротив, национальный музей. И duty free, китайский. Так. Ничего, нормально, симпатично. Телек. А, это кабельное телевидение. Все, я понял, что это за... О, для таких, как я, весы специально, мало ли, переживали. Все, едем дальше. Так, и еще одна категория, она называется Family, семейный номер. Здесь в обычные номера третью кровать не поставить, поэтому вот есть максимально для размещения вот такой вот номер с одной гигантской кроватью. Вот она, и если что, для детеныша или просто для третьего человека, там, мало ли, если что, табуном приехали. Сейчас посмотрим, куда у него вид. Вид на город. О, вот так вот. Это вид на город. Не думаю, что сильно для кого-то будет важно. Так, это у нас, судя по всему, это connection room. Его сконнектить можно. А так все то же самое, в принципе, запахов никаких нет после долгого перерыва, да. Все нормально, видно, что за отельчиком неплохо следили. Ну, тут у нас телеки, всякие чайные прибамбасы, там у нас... Не будем смотреть еще, сами знаете, да, тут у нас сейф. В общем, шаляй-валяй, шурум-бурум. Так, тут фен. Все нормально. Семейный номер. Пока.